В лаборатории доктора Эмото исследуются образцы воды, которые подвергаются различным видам воздействия. Впечатления воды фиксируются с помощью ее стремительного замораживания в криогенной камере. Так выглядит вода, нагретая в микроволновой печи. А это эффект от мобильного телефона. Этой воде сказали спасибо. Извини. Ты мне противен. В 1995 году доктору Эмото Масару впервые удалось зафиксировать музыкальные впечатления воды. Ей дали послушать музыку, после чего стремительно заморозили и под микроскопом отчетливо увидели кристаллы, которые в результате образовала вода. Так выглядит музыка Баха. Моцарта. Бетховена. Тяжелый рок. Доктор Эмото провел еще один любопытный эксперимент. Поместил в три стеклянные банки рис, залил его водой. И каждый день в течение месяца говорил «спасибо» одной банке. «Ты дурак». Второй. А на третью не обращал внимания. Через месяц рис, которому говорили спасибо, начал бродить, издавая сильный и приятный запах. Рис из второй банки почернел. А рис, на который не обращали внимания, начал загнивать. Доктор Эмото считает, что этот эксперимент преподносит очень важный урок, особенно по отношению к детям. Надо заботиться о них, дарить им внимание, разговаривать с ними. Наибольший вред наносит равнодушие. У меня возникают фантастические гипотезы, но они всегда опираются на правду. В истории человечества произошло много войн на религиозной почве. Но в нашем опыте вода отреагировала на отдельные слова религиозного содержания, образовав красивые кристаллы. Это означает, что концепция нашей природы совпадает с каждой религией. Христианская молитва. Буддийская молитва. Мусульманская молитва. Доктор Эмото предполагает, что больше всего тяжких преступлений совершается в тех областях, где люди чаще всего сквернословят. Дурак. Я тебя ненавижу. На лабораторные чашки с водой были нанесены иероглифы, обозначающие слова и имена известных людей. Любовь. Надежда. Душа. Мать Тереза. Гитлер. Многочисленные эксперименты Эмото Масару с целью найти слово, сильнее всего очищающее воду, показали, что оно не одно, а сочетание двух. Любовь и благодарность.